Доброе утро, как меня слышно и видно? Сейчас, извините, немножко настрою свет. Так, наверное, лучше. Так, доброе утро. Начинаем наш вебинар, и сегодня у нас особенный день именин, день великолепных женщин. Сегодня день рождения у Натальи Борзенко и у Ларисы Вок. Наши самые-самые сердечные поздравления, дорогие национальные лидеры. Вот я думаю, что то великое счастье общаться с вами, то великое удовольствие сотрудничать с вами сегодня отдается вам вот этими великими поздравлениями, теми цветами, теми улыбками. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Спасибо вам, что вы так сильно влияете на судьбы очень многих женщин. Сегодня у нас особенная тема. И, знаете, я просто вот в самом начале хотела сказать, что у меня сегодня еще замечательный повод для радости. Я получила новинки. Да, вот я не знаю, видно их или не видно. И сегодня уже успела сделать макияж. Вот я могу сказать, что вот скоро нас ожидает еще такое удовольствие от соприкосновения с великолепной продукцией. Ожидайте возможности. Я знаю, что лидеры, звездные консультанты уже могут заказывать, поэтому, пожалуйста, не упустите этот великолепный шанс. Ну что ж, давайте мы сейчас подведем итоги вызова от национального лидера Светланы Саржан. Вспоминаем, нужно было провести не менее 5 классов по красоте или индивидуальных консультаций и получить 30 и более отказов. Сейчас будет видеоролик, и пока идет видеоролик, пожалуйста, пишите свои результаты. Количество классов, потом тире и количество полученных отказов. Так, ну что, я вижу, что еще идут отчеты, да, вот буквально еще немножечко мы смотрим. И так, ну что ж, все, мы завершили подсчет. Поздравляю тех, кто работал на этой неделе, поздравляю тех, кто получил и отказы, и согласие, и провел классы. Вот мне очень приятно было видеть, что 5 классов проведено, более 2 консультации. Это значит, что вы воспринимаете бизнес-компанию Mary Kay как свое профессиональное дело и стремитесь к улучшению показателей.
Ну что ж, а теперь время подвести итоги вызова от национальных лидеров Ангелины Антипенко и Натальи Нечаевой. 27 победительниц. Да, сейчас вы на экране видите имена лучших, кто показал лучшие результаты. И поздравляем тех, кто, ну, может быть, не вошел в число победителей, но выполнил задание. Вы получаете, победители 27 человек получают открытку, подписанную собственноручно от национальных лидеров Ангелины Антипенко и Натальи Нечаевой. Принимайте наши поздравления, и пусть эта открытка, наполненная энергией, наполненная воодушевлением, помогает вам в вашем бизнесе. Я думаю, что она станет очень хорошим украшением вашей папки по привлечению. Ну что ж, сегодня у нас такая важная тема. Знаете, я посмотрела запись вебинара еще раз от Светланы Саржан, и я поняла, что Света дала на самом деле такую полную информацию, и как назначать классы, и как завершать, и обслуживание после, да. Но сегодня мы, наверное, более подробно немножко поговорим об этом, ну, мы постараемся разложить все по полочкам еще раз. Ну что, я хочу немножечко представиться, да, как вы знаете, меня зовут Аста Елизавета, я национальный лидер, и вот подготовила небольшой такой слайд, знаете, здесь вот самые первые шаги в компании Mary Kay, да, и вот мои первые презентации. Сейчас я просто смотрю на эту фотографию, я понимаю, что как много было пройдено, как много было сделано, и какое удовольствие быть в компании Mary Kay. Для меня, конечно, очень важным являются приоритеты компании, и, конечно, я как женщина, ну, в первую очередь, наверное, думаю о своей семье. И вот здесь моя дочь, у меня есть еще сын, внук, и вот фотография с моей мамой. Знаете, моей маме 91 год, она тоже является клиенткой компании, и я всегда говорю, что я очень рада, что я успела подарить ей радость, удовольствие, гордиться мною, гордиться моими успехами. Ну, тут тоже небольшой такой коллаж. Знаете, наверное, вот, ну, это то, что дает мне воодушевление, это то, что мне дает стимул двигаться вперед, не останавливаться и сделать для моей семьи еще немножко больше, еще добавить счастья и радости. И я очень рада, что моя дочь, тоже лидер компании Mary Kay, сейчас работает со мной в одном направлении и глядит со мной в одном направлении. Для меня, конечно, важны подарки, признания, и я думаю, что это для каждой женщины является ключевым. Даже если она сварила суп, ей важно, чтобы ее семья сказала спасибо. Но то признание, которое я получила от компании, невозможно вот сравнить ни с чем. Ни у одних моих знакомых, да, не связанных с Mary Kay, наверное, вот нет такого количества признания. Ну и, конечно, моя гордость, моя любовь, мои крылья – это моя команда, команда моих консультантов и команда моих лидеров. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что создание стабильного бизнеса – это, конечно, клиенты, это, конечно, классы. И я сейчас вспоминаю, да, когда я рассказываю свою историю, я всегда начинаю с того, вот именно первый год работы в компании Mary Kay. Вот он, наверное, был таким основным и именно вот базовым, да, то есть создание крепкой клиентской базы, да, потом базы класса организаторов и команда бизнес-партнеров, потому что, ну, вот не бывает так, чтобы не пройдя скажем, вот эту ступеньку создания клиентской базы, да, вы стали успешным организатором, успешным лидером. Вы знаете, я подготовила такие небольшие слайды. Ну, то есть, вот, может быть, немножечко так, нашу структуру нашей бизнес-группы. Я думаю, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, ну, и, наверное, каждый консультант мечтает стать лидером, или, там, ведущим лидером, в дальнейшем национальным лидером. И вот если смотреть справа налево, да, то есть мы будем видеть, что, ну, вот, как считается вершиной, да, карьеры компании Mary Kay, национальный лидер со всеми этими преимуществами. Национальный лидер силен своими звездными сильными лидерами, а звездный лидер силен своими звездными консультантами.
Ну, а консультант, на чем держится его успех, на чем он базируется? Конечно, на клиента. Но если мы говорим звездный, 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 то, наверное, клиент тоже должен быть звездным. Скажите, пожалуйста, так, извините, я сразу не могу читать еще в чате, чуть громкость. Громкость прибавляйте у себя на компьютерах, да, на большом экране, калаш на маленьком, это тоже вы сами можете в настройках менять. Да, то есть вот мы сейчас смотрим, да, и клиент должен быть звездным. Напишите, пожалуйста, в чате, что для вас является лучший клиент, вот какой он должен быть. Довольный, угу, конечно. Какой еще? Ну вот представьте своего самого лучшего клиента. Какого бы вы хотели иметь? Лояльный, отлично. Который любит всю продукцию. Тот обожает, красивый, благодарный. Любит продукцию, постоянный. Ой, любящий себя, продукция, благодарный. Который общение, любит себя, удовлетворенный моими услугами, клиент-друг. Отлично. Ну вот, если вы сейчас посмотрите и подумаете, кто это? Так, подождите. Это звездный клиент, то есть хозяйка класса, организатор класса, как мы сейчас говорим. То есть это как раз женщина, которая сама звонит, которая лояльно к вам относится, которая любит вас, которая любит всю продукцию, знает продукцию, ей хочется все средства. То есть это тот человек, который рядом с вами, это ваша помощница, это звездный клиент, либо организатор класса. И вы знаете, когда мы на классе, на консультации, да, переводим, стараемся там, допустим, сразу привлечь и сделать из клиента звездного клиента, да, то есть пройти вот этот короткий путь, как нам казалось бы, смотрите, мы теряем деньги на периоде, ну, сделав ее клиенткой, получив доход, да, и возможные доходы от того, что она пригласит вам к сотрудничеству своих подруг и знакомых. Вы знаете, я абсолютно уверена в том, что каждая женщина может хотя бы один раз в жизни стать организатором класса для своих подружек, для своих знакомых. Поэтому вот посмотрите сейчас на эту схему. Подумайте об этом. Не торопитесь сразу на первой консультации, на первом классе перевести клиента в позицию консультанта. Да? Пусть она получит вот это удовольствие использования продукции, да? Организации консультации или класса. Вот, ну, то есть какие шаги он проходит? Покупатель, клиент, лояльный клиент, вот то, о чем вы писали. Бизнес-партнер и звездный консультант. И если вам кажется, что этот путь длинный, я вас уверяю, вот он самый короткий и самый правильный. Ну, вот тоже такой небольшой слайд вам подготовила, как это работает. Клиент пробует продукцию на классе Мэри Кей, влюбляется в нее. Потом он выступает в роли хозяйки класса. Не все, конечно, не все. Но вот потом она знает, как проводить мастер-классы и решает стать консультантом. Если она уже становится консультантом, она знает, как это делать. Вы знаете, я хочу сейчас предложить вам небольшое упражнение. Я думаю, что, может быть, кто-то знает. Вот сейчас на счет раз, два, три покажите, пожалуйста, сами себе или там своим знакомым, или своим домашним, указательный палец. Ну, можете теперь в чате написать, какой палец вы показали, указательный или большой? Угу. Указательный, большой, большой. Ну, вы знаете, да, то есть, конечно, вот так вот через вебинары это трудно продемонстрировать, но на своих, вот на встречах, когда я прошу показать указательный палец, а сама показываю большой, в основном девушки показывают именно большой палец. Это значит, что наши люди будут делать то, что они видят, а не то, что они слышат. И если вы, ну, скажем, будете показывать своему
клиенту, своему консультанту вот этот путь. Клиент, хозяйка класса, организатор, извините, организатор класса и потом консультант. Именно по этому пути будет идти ваш бизнес-партнер. Провести класс нетрудно. Это интересно, приятно и увлекательно. Вот напишите, пожалуйста, кто любит проводить классы? Кому нравится вот эта сама атмосфера проведения класса или консультации? Отлично. Значит, мы в правильном месте. Потому что для меня это показатель. Да, всегда я спрашиваю, тебе нравится проводить класс своему консультанту? Я потому что всегда это люблю. Но мне иногда говорят, я проводила бы классы каждый день. Я бы проводила их по 3, по 4, по 5, вот без устали. Кто бы мне их организовывал? Кто бы мне их собирал? Есть такой, да, вопрос? Поэтому сейчас наша задача научиться назначать и проводить классы полного круга и научить этому свою команду. То есть это вот, наверное, такой вот ключевой момент. Как я говорю, даже медведя научили кататься на велосипеде, потому что, ну, честно скажу, ну, не надо большого ума поставить зеркала, протереть их, поставить флипчарт и там нанес, смыл, да? А как вот собрать женщин, как сделать так, чтобы они вас слушали? Вот, знаете, первое, что начинается, с чего начинается, это... Ой, извините, сейчас камеру тут поправлю немножко. Это с того, что вы должны представить свой самый лучший класс по красоте. Высокие продажи, то есть назначенный новый класс, есть желающие пройти бизнес-интервью. И, конечно, вот ключ к этому ко всему является организатор класса. Вот теперь важно, насколько вы уверены в своем успехе работы с хозяйкой мастер-класса. Вот кто, ну, скажем так, да, я это смогу, у меня это получится. Вот у кого есть уверенность в этом? Угу. Ну, вижу, минусики появляются, у кого-то 3 плюса. Угу. А кто не уверен в том, что вот у кого есть проблемы с работой с организаторами? Кто еще не совсем? Угу. Мало классов, да, я вижу. Угу. Ну, хорошо, спасибо. Вы знаете, ну, я думаю, что вы не одиноки в своих успехах, да, потому что очень многие это делают отлично, и вы также не одиноки в своем сомнении, смогу ли я это сделать хорошо. Вот сегодня я хотела бы вам сказать, что есть очень много способов, да, работы и поиска клиентов. Ну, то есть я выделила такую категорию холодные контакты, да. То есть как, знаете, я очень хорошо вас понимаю, если вы думаете, что вот национальные лидеры, к ним стоят очередь клиенты, их и говорят, запишите нас на класс, то вы ошибаетесь. И я очень хорошо это прочувствовала, потому что вот 2 года назад я переехала в Калининград, оставила свою клиентскую базу в Новосибирске, и приехав в новый город, ну, скажем так, начала все с нуля. И, конечно, ну, то есть какие-то там знакомые появились, но я искала разные способы. Вот один из способов, который, в общем, достаточно успешно работает в нашей национальной линии, это работа вот по сертификатам. Да? Спасибо национальному лидеру нашей семьи, это Ольга Корнилова, ну, по крайней мере, я от нее услышала эту идею. И... То есть, что это такое? Это, по большому счету, приглашение на класс, ну, с оказанием такой услуги. Вы знаете, кто-то говорит против, кто-то за, но я вот хорошо этим пользуюсь, мне это нравится. Я знаю, что очень многие лидеры, консультанты нашей национальной линии тоже это взяли на вооружение. Мне очень нравится работать с карточкой «Спасибо», которая продается в компании, и на нее я наклеиваю такой стик там со своей фамилией, имя. То есть когда я покупаю что-то в магазине, когда я какие-то услуги получаю, я просто дарю эту карточку «Спасибо». Это несколько другое, это не визитка, да, потому что визитка – это сразу предложение услуг, а «Спасибо» – это благодарность, но она с моим телефоном, с моими координатами. Конечно же, визитки, брошюры, то есть все это должно быть у вас. Но самое эффективное, вот самое эффективное, это работа с хозяйками класса, да. Ну, вот мы уже говорили об этом, что прежде чем начать это делать, у вас должна быть уверенность, что вы это сделаете, что вы предлагаете выгодную возможность, что вы действительно предлагаете женщине нечто особенное.
Вы знаете, я вот решила поставить вот эту фотографию. Это фотография с моего дебюта в качестве лидера бизнес-группы. Это было очень давно, это 97-й год. И знаете, почему для меня, вот, то есть что я хочу сказать. Я смотрю на эту фотографию, это мои консультанты, это моя вот первая бизнес-группа. Каждая из этих женщин была у меня хозяйкой класса, была организатором класса. Каждая из этих женщин организовала мне хотя бы один класс. Вижу здесь лица, которые организовывали мне 5 и 7 классов. То есть это вот, ну, действительно, ну, действительно, вот, знаете, те женщины, которые, ну, скажем, поддержали меня в самом начале моей карьеры. Да, я вот вижу, что Катя Макеева увидела свою маму. Двое из этих женщин стали в дальнейшем моими лидерами. Многие стали звездными консультантами. Почему я сейчас об этом говорю? Вы знаете, я сама была хозяйкой класса у своего консультанта 3 раза. И продажи на эти классы составили $1160. В то время это было сумасшедшая цифра. То есть я на $116 получила продукции в подарок. И вы знаете, меня это очень сильно воодушевило. То есть меня консультант не уговаривал, понимаете, провести классы или как-то вот. То есть она просто провела класс с хозяйкой класса. Я увидела вот этот, скажем, большой палец. Я переняла эту схему и точно по такой же схеме выстраивала отношения. Вы знаете, у меня не было даже сомнений, что может быть как-то по-другому. То есть я женщинам предлагала с уверенностью, что вот, а как по-другому? Вот именно так. И они соглашались. То есть если у вас сегодня, скажем, нет вот этой цепочки, да, проведения классов, просто сконцентрируйтесь на том, чтобы провести хотя бы один класс с организатором класса, вот по полному кругу. Я просто хочу показать еще фотографию, это фотография с нашего семинара. Мне просто вот, ну, скажем так, фотография моей в начале карьеры и эти девушки, которые, это не лидеры, это ключевые консультанты моей ветви, то есть то, к чему может привести грамотная работа с организаторами класса. Ну что ж, я хочу сказать, что главный инструмент – это список 100. Ну, об этом вы, наверное, много слышали, много читали, да, но вот без этого никуда. И еще хочу сказать, что список 100, он составляется не один раз и на всю оставшуюся жизнь. Он постоянно пересматривается, перечеркивается, переделывается. Ну, вот я хочу сказать, что буквально 2 дня назад я снова составляла свой список 100. Он у меня не получился 100, он получился 28, но это мне дало новое вдохновение, новую энергию. Я опять увидела новые, ну, как бы, лица забытые, ну, вот, и у меня появился повод для звонка. Конечно, чем больше этот список, тем больше у вас возможностей. Почему 100? Потому что если вы обзвонили 10 человек и вам отказали, да, сказали, ну, или не отказали, а перенесли, то вы понимаете, что у вас еще есть 90, и есть куда двигаться, есть чем работать. А когда ваш список составляет 3 имени, и сделав 2 звонка и получив 2 отказа, у вас возникает паника. Поэтому пишем туда. И основное правило – не думать об этой женщине, сможет она или не сможет. Вы знаете, я хочу сказать такую, ну, конечно, такую небольшую историю, да, когда я была начинающим консультантом, да, то есть я, в общем, тоже не коренной житель Новосибирска, и начинала свою карьеру именно там, и у меня, я никогда не училась там в школе, не училась в институте, то есть у меня нет вот этих корней там. И, конечно, кто могли быть моими потенциальными клиентами? Это там, знакомые моих родственников. И я вспомнила, что у моего мужа есть одноклассник, у него есть жена Наталья. Я говорю, вот я хочу с Натальей. Мне муж говорит, Лиза, ну ты понимаешь, но она женщина, которая работает, ну, то есть, она штукатур-маляр, и что у нее доходы небольшие, вот, и что, ну, круг общения у нее соответствующий. Я говорю, ты знаешь, для меня это не важно, я позвоню и приглашу ее на класс. И когда я позвонила Наталье, она мне примерно то же самое сказала. Она сказала, Лиза, ну, у меня доходы маленькие, и особо пригласить мне некого. Ну, вот, ну, все-таки мы с ней поговорили, я ее убедила, и она мне организовала класс. Вот на этом классе продажи составили одна помада и один карандаш. Даже по тем временам это, ну, совсем небольшая цифра, но...
Но поскольку я сама была организатором класса хозяйкой, поскольку я всегда об этом говорила, я начала очень вдохновенно рассказывать женщинам, как они могут получить эту продукцию в подарок, накопить кредит и сделать эту продукцию для себя доступной. И одна женщина сказала: «Вы знаете, я, наверное, вам организую такую консультацию». Ну вот все, мы с ней договорились, тогда еще не было сотовых телефонов, мы там, ну, в общем, там, знаете, с большими трудностями я приезжаю к ней в такой красивый коттеджный поселок. Но вот она, женщина такая очень, ну, скажем, бедненькая, но она живет в этом поселке как обслуживающий персонал, и у нее есть выход на женщин другого круга. И она мне организовала класс, на котором было 7 женщин, и продажи на этом классе составили 760 долларов, да, и потом еще в дальнейшем перезаказы я получила, еще суммарно получилось 1200 что-то долларов, да. И у меня появились такие, ну, классные клиенты. Давайте отмотаем немножечко назад, с чего начиналось. С того, что мне муж сказал, что этот класс проводить не нужно. С того, что мне потенциальная хозяйка класса сказала, что, скорее всего, это бесполезно. Но я хочу сказать, что ищите возможность проводить классы с каждой женщиной. И вы не знаете, во что это может вам вылиться. Поэтому, пожалуйста, не судите, сможет она купить, не сможет, будет она вашей клиенткой. То есть в любом случае никогда не бывает бессмысленных классов. Знаете, еще когда мы начинали работать, у нас была такая отчетность налоговой инспекции, мы заполняли такие тетрадки, кто был на классе, там какие продажи. Ну, и вот эта тетрадка, я потом ее пересматривала, знаете, вот каждый класс, либо это хозяйка класса, либо это консультант, либо это клиент. То есть ни один класс не был совершенно бесполезным. Ну, да, то есть вот такую предлагаю вам игрушку, может быть, она будет для вас полезной. Я в свое время этим очень активно пользовалась, сейчас немножко упростила схему. То есть такие колесики, мордочки рисую и делаю звонки. Вообще люблю, знаете, так называемые, у меня бывают такие телефонные дни, когда я сажусь и звоню, 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 то есть энергия нарастает, я сама от себя возбуждаюсь, получаю отказы, получаю согласие. И вот заполняю вот такие листы потенциальных встреч. Что дарить организатору класса? Подарок или кредит? Да, девушки, все вопросы немножко попозже. Я сейчас просто не могу отвлекаться. Хочу сказать, что подарок организатору, это вы решаете сами. Вот мне сейчас очень нравится такая схема. Вот у меня такие карточки, вот сейчас вы на экране их видите, они, ну вот просто размером показываю, они как визиточки. Подарочная карта на 500 рублей и на 1000 рублей, да. Ну, скажем так, я то пользуюсь этой схемой, то не пользуюсь. Сейчас опять вернулась. То есть, когда у меня проходит консультация, я прямо предлагаю девушке, женщине новую встречу. И говорю, если вы организуете класс со своими подругами, где будет три подруги, я подарю вам сертификат на 500 рублей. Если будет 5, то вы получите подарочную карту на 1000 рублей. Вот буквально вчера у меня была встреча, я прямо сразу отдала, я говорю, какую карту вам дать? Она говорит, ну давайте пока на 500 рублей. Ну, то есть даже если класс не состоится, ну, то есть это, условно говоря, всего лишь бумажка. Вот. Но у нее уже в руках вот такая вот карточка, которую она может, ну, так, отоварить. Поэтому вот такой способ, да. Конечно же, если есть продажи на этом классе, то есть я могу еще предложить, ну, скажем, процент от продаж хозяйке. Разные способы. Вы знаете, кто-то бальную систему, да, то есть столько-то клиентов, столько, назначенное время и так далее, и тому подобное. Ну, не знаю, я люблю, чем проще, тем лучше. Вот мне нравится вот эта система по вот этим сертификатам. Да, и может быть кто-то скажет, а не слишком ли дорогой подарок? Вот понимаете, еще вы класс не провели, еще заказов не получили, а уже дарите там продукцию на 500 или на 1000 рублей. Ну, давайте посчитаем. Вот по статистике, да, то есть если нужно собрать класс с 3 человек, то нужно совершить 45 звонков, да, то есть 47 контактов, 9 новых женщин. А если у вас будет хозяйка класса, да, то есть 3 контакта и 15 новых женщин. Вот я вообще сторонница того, чтобы совершать эффективные действия. Вот еще хочу сказать, что
мне проще, мне комфортнее поговорить с одной женщиной, ну, скажем, убедить ее, рассказать, вдохновить на то, чтобы она организовала мне класс из 5 женщин, чем позвонить 5 женщинам, чтобы собрать их в один класс. Понятно смысл? Ну, и я абсолютно уверена в том, что когда хозяйка класса, воодушевленная, энергичная, заинтересованная, приглашает своих подруг, это более эффективно, чем звонит какой-то, ну, сторонний человек. Даже если он очень профессионально, очень умеет хорошо говорить по телефону, ну, согласитесь, что, ну, как бы влияние авторитетного для вас лица, оно более влиятельное. Ну, и я уверена, что все люди любят иметь дело с щедрыми людьми. Работа с хозяйками класса состоит из 3 этапов. Это предварительный инструктаж, сразу после того, как вы предложили организовать класс, инструктаж по телефону и инструктаж перед классом. Вы знаете, я не буду сейчас цитировать руководство, вы можете это все прочитать сами, я просто расскажу вам на личном опыте. Конечно же, самое главное – это вдохновить клиентку на организацию класса прямо на самом классе. То есть как вы это делаете? На примере другой хозяйки класса. Да? Я немножко чуть позже, ну, расскажу об этом. То есть ей особое внимание, ей особые подарки, ей особые аплодисменты, поэтому женщины хотят тоже быть на ее месте. Очень важно инструктаж по телефону за 2-3 дня. Поддержать, сказать, что у нее все получится, что это будет лучший класс, что она самая замечательная ваша хозяйка класса. Ну вот, и инструктаж перед классом. Инструктаж перед классом, ну, то есть я всегда говорю, то есть мы сегодня с вами, коллеги, мы сегодня с вами сотрудничаем. Это не значит, что я, ну, как консультант, а вы тут просто гости. Мы вместе проводим этот класс, и ваша поддержка для меня очень важна. Я очень часто использую такой прием, прошу именно хозяйку класса на входе провести бархатные ручки для своих гостей. Она себя чувствует очень значимой. Ну, вот, я ее поддерживаю, я ей помогаю, конечно, что-то там, ну, подсказываю, но вот ее гости такие более расслаблены, потому что не с порога не я встречаю, а вот их уже близкая знакомая. Да, вот знаете, хочу сказать, что мне сейчас очень нравится система СМС на общем завершении. То есть раньше мы в профилях писали, то есть я просила, напишите, пожалуйста, рекомендации, потом я их обзванивала или просила хозяйку организовать. Сейчас новые технологии позволяют сделать это гораздо проще. Но. Еще такой момент, когда вы назначаете вот сразу на классе, да, то есть на индивидуальном завершении новый класс, вы сразу оговариваете время, да, сразу говорите, да, давайте мы определим время нашей следующей встречи. Что обычно говорят женщины? Вот, ну, допустим, вы делаете такое предложение. Что они обычно говорят? Ну, я так предварю ваши записи. Я не знаю, мне надо посоветоваться. Да, ну, я не знаю, мне надо посоветоваться с подругами. А когда они смогут? Ну, то есть и так далее, и тому подобное. Вот мне говорят примерно то же самое. Я говорю, вы знаете, когда вы организуете свой праздник домашний, да, или свой день рождения, вы же не обзваниваете, не спрашиваете всех своих подруг, а когда они смогут, а когда им удобно будет собраться. Вы назначаете время и приглашаете своих знакомых. Давайте сейчас определимся с временем, которое удобно для вас и для меня. Вот посмотрите, у меня на следующей неделе есть возможность такой-то и такой день. Какое время мы выберем, да? Ну, если она все-таки там отпирается или там это самое, ну, давайте хотя бы предварительно, вот просто, потому что у меня очень насыщенный график работы, и я просто хочу вот поставить вас в план, да. Ну, и сразу договариваетесь о телефонном звонке и оговариваете ее вознаграждение. Вы знаете, я тоже часто использую такой момент, когда я вот вижу, что она на классе там захотела, ну, допустим, жидкость для снятия макияжа. Да, и вот, ну, вот она хочет, но вот не можете позволить, или там она заказала то-то, то-то, а вот это, ну, вот потом, попозже. Я говорю, ну, я так примерно там прикидываю, да, говорю, хорошо, вот смотрите, вот у меня даже была ситуация, женщина очень захотела нашу щеточку. Я говорю, отлично, давайте так, вы организуете мне 3 класса с 5 женщинами или 5 классов с 3 женщинами, и я вам эту щетку дарю.
Она говорит, что прямо щетку подарите? Я говорю, да, да. Ну вот, вы же меня познакомите со своими подругами, а это дорогого стоит. То есть я сразу предлагаю вот, ну, какой-то вариант. Или, допустим, она вот помаду пишет. Говорит, хорошо, организуйте мне класс, вот эту помаду вы получите в подарок. Ну, не знаю, и знаете, вот я уже поняла, когда я так делаю, ну, может быть, это, о, я там организую ей класс, а вдруг там продаж не будет. Будут, если вы будете учиться, будете думать, как правильно делать открытие, завершение, индивидуальное завершение. Ну, и вот как у меня часто бывает, что, допустим, я там дарю помаду, потом считаю продажи с этого класса, вот ровно 10% получается. Ну, это законы вселенной. Вы знаете, да, вот буквально вчера получила такое сообщение от своего клиента. Сейчас тоже работаю с этой системой, мне очень нравится, то есть так называемый марафон преображений, 10 минут, макияж 10 средствами за 10 минут. То есть мы делаем вот быстренько-быстренько такой экспресс-макияж, очень небольшое количество средств, не затягивая, и сразу тоже прошу, значит, понравилось, понравилось, давайте так, вот сейчас я вам перешлю текст смс-сообщения, вы его тут же разошлете своим подругам, и если в течение, вот там, ну, пока мы еще общаемся, в завершении нашей встречи придет вам 3 смс-ки, с ответом «да», вы выберете любой подарочек из корзинки. Вот. Вы знаете, я предлагала там, ну, то есть у меня так, была такая косметичка, у меня были тени, у меня была кисточка, пробнички духов, ну, вот, кисточка для губ. И вот буквально вчера у меня девушка сразу говорит, ну, вот у меня как раз кисточки для губ не хватает. Вот она мне дала 3 рекомендации. И знаете, очень вот это хорошо работает. Так, извините, пожалуйста. Ой-ой-ой, я что-то не туда нажала, извините, пожалуйста. Ага. Да, и вот, конечно, очень приятно получать вот такие сообщения, да, от своих клиентов. И вот вы видите, да, что это вот, правда, вчера только я получила, что дала ваш телефон подружке и двум знакомым, ждите звонка. Вот эта девушка уже, скажем так, организовала мне встречу с двумя замечательными женщинами. И я вот понимаю, что это становится такая моя постоянная организатор класса. Ну да, еще раз можете видеть текст. Я вот использую вот такой текст сообщения. Мне он очень нравится, ну, комфорт, то есть либо по уходу за кожей лица, либо по макияжу. Угу. Так, что значит смс на общем завершении? Ну, вот то, что я рассказывала. То есть поиграем в такую игру. Да? Камера немножко. Угу. Когда мне женщина... да. Ну, это тоже немножко о том, что говорите о способах, я уже об этом сказала, что либо это специальный макияж от вас, либо это кредит хозяйки класса, либо это вот подарочный сертификат. Вот. То есть, какую систему вы выберете, это уже вы сами решаете. Вот. Ну, и да, то есть, опять мы возвращаемся, инструктаж по телефону, что здесь нужно? Подбодрить, спросить, напомнить, да, взять телефоны ваших потенциальных клиентов. Конечно, нужно договориться о месте проведения класса. Я уверена в том, и честно скажу, именно в начале карьеры я именно так и делала, что самое лучшее место для проведения класса – это у клиентки дома. Это не офис, не у вас дома, это именно у клиентки дома. Почему? Это опять же вспоминаем большой палец. Если она организовала у себя такую встречу, то другая женщина, присутствуя на этом классе, она понимает, о, я тоже так смогу, у меня тоже так получится, да, но... И она не думает о том, то есть, что это какое-то стороннее место. Потом, если вы у себя дома делаете, вот я... Ну, то есть я тоже проводила классы дома, иногда провожу. Ой, перед тем, как люди придут, надо зеркала протереть, извините, унитазы помыть, все, чтобы было. Ну, то есть я не столько энергии трачу на само проведение класса, сколько на подготовку своей квартиры. Поэтому если вот, ну, говорить о эффективности проведения классов именно у клиентки дома. Беру телефоны, обзваниваю. Значит, ой, почему у меня листается по 2 слайда?
Извините, пожалуйста. Да, вот, значит, почему важен предварительный инструктаж по телефону? Иногда мы думаем о том, что если мы, ну, то есть, что я сейчас буду обзванивать, задавать вопросы по профилю, это занимает очень много времени, вы глубоко ошибаетесь. Это, наоборот, экономит ваше время на классе, когда класс сам происходит гораздо быстрее, гораздо динамичнее, то есть нет вот этого, знаете, вот такой немножко разлада, то есть вы уже подготовили. И потом еще очень важно, когда вы звоните до класса, вы определенно настраиваете свою клиентку, да, то есть, ну, я задаю такие вопросы, здравствуйте, там вот, ну, если она говорит, что, ой, а мне никто не звонит, я говорю, ой, ну, Юля, наверное, забыла, давайте я исправлю это недоразумение, давайте я вам немножечко расскажу, что это будет, как это будет, вот, и задам вам несколько вопросов, задаю очень простые вопросы, что в состоянии вашей кожи вас сейчас устраивает, что не устраивает, вот, и прошу, чтобы она пришла на класс, знаете, я говорю так, приходите, пожалуйста, обязательно в одежде с открытым воротом и возьмите свое маленькое индивидуальное полотенце. То есть, знаете, ну как бы, вот на самом деле это мне тоже не так важно. У меня есть салфетки, я ее настраиваю на что-то вот такое. И еще говорю, вы знаете, мы в конце класса еще подберем вам помаду. Пожалуйста, оденьте одежду в своей самой любимой цветовой гамме. Вот. Тоже такое немножечко вот, ну, своего рода интрига, своего рода такое предвкушение, ожидание. Ну и так, давайте повторим. Предварительный инструктаж, да, это с хозяйкой класса, инструктаж по телефону, тоже с хозяйкой, и инструктаж перед мастер-классом. Это то, что касается именно хозяйки класса. Да, еще извините, пожалуйста, хочу сказать, что когда у меня вот пошел такой большой поток мастер-класса, я, ну, немножечко отказалась, да, от этого предварительного профилирования, ну, подумала, что, ой, ну, это не так важно, на классе заполню эти профили, познакомимся с женщиной, и, знаете, я стала все больше и больше сталкиваться с тем, что у меня отменяются классы, переносятся классы, или бывает такое, что я приезжаю, вот, и мы сидим с хозяйкой класса вдвоем, да, эффективность класса увеличивается, ну, не знаю, на 70, на 80, на 90%, если вы сделали предварительные звонки этим клиентам. Самое важное, вот, знаете, это даже не подарок, это даже не кредит и не вот этот подарочный сертификат. Ну, это тоже важно, но самое главное – это признание. Вот для меня хозяйка класса, это, ну, действительно, это моя помощница. И вот как мы в начале нашей беседы сегодня говорили, я бы проводила классы, кто бы мне их организовывал, да? Так вот, эта женщина делает 90% вашей работы. Ваша задача только прийти красивой, да, и провести презентацию. Поэтому, конечно, признание. Вы знаете, очень эффективный способ, и я знаю, что моя дочь очень активно этим пользуется, я сама это использую, это подарок в виде розы. Я стараюсь купить по дороге розу, вот у меня муж уже знает, что если я класс провожу, значит, нужно зайти и купить розочку. Я дарю эту розу с особыми словами признания, с особым вот вдохновением. Знаете, у меня была такая ситуация, у меня женщина расплакалась, да, то есть она вот настолько была вот этим, ну, как-то, не знаю, покорена, что ли, вот. И это стоит недорого, да, маленькие розочки сейчас стоят там 30-50 рублей, да, но это вот действительно такое огромное признание, которое вы оказываете своей хозяйке класса. И вы говорите о том, что благодаря этой женщине мы сегодня прикоснемся к миру прекрасного, благодаря этой женщине мы сегодня прекрасно проведем время, да, и во время класса я постоянно к ней обращаюсь, говорю, вот там, а посмотрите, а вот Елена, ну, то есть я оказываю ей... Ну, вот очень-очень много признания. Сейчас много материалов в помощь мастер-классов, вы можете их заказать по второй секции, это брошюрки. Ну, могу сказать, что я их заказываю, иногда забываю отдать, но то есть для меня вот важнее, скажем, такой личный контакт, но как напоминалка, как инструктаж, вы можете вот эти материалы использовать. К чему нужно стремиться? Вы знаете, я была поражена, когда... Я первый раз была в Далласе, и мы сидели на обеде, такие
континентальные завтраки, и напротив меня сидела американский национальный лидер, и ну, там, насколько моего английского хватило, мы поговорили, я спросила, сколько у вас, я была на тот момент уже ведущим лидером, у меня было 7 лидеров, она сказала, что у нее 0 дочерних лидеров. Я так удивилась, она, по-моему, 27 лет в компании. Потом я спросила, сколько у вас клиентов? И вот эта цифра меня просто ошарашила. Она сказала, что у нее 700 клиентов. Ну, вот, потом мы уже начали дальше говорить, и она сказала, что у нее постоянно работают около 30 организаторов класса. Вы знаете, вот на тот момент у меня было 2 хозяйки класса. Я поняла, да, есть к чему стремиться. Представляете, женщина просто вот работает на... скажем, на работе с клиентами, на перезаказах, 27 лет успешнейший консультант компании. Ну, вот. Поэтому вот кто-то написал мечта, да, любая мечта может быть претворена в жизни, если в это верить и к этому стремиться. Я сейчас вот очень, скажем, настроен на то, чтобы работать именно с клиентами. Еще хочу сказать, да, вот я видела, что многие просили повторить сертификат. Я хочу сказать, что, ну вот, скажем, работа по сертификатам – это работа, ну, скажем, с холодными контактами. И когда ко мне приходит женщина, то моя задача на первом классе не продать. Моя задача – влюбить в себя. Моя задача – получить от нее дальнейшую цепочку. И я вот сейчас вижу, как у меня это, ну, скажем, уже получается вот здесь, в Калининграде, как я стала этим хорошо пользоваться, то есть именно рекомендации, да. Потому что когда женщина пришла на, ну, скажем, к незнакомому человеку, да, она вас проверяет, она смотрит, а кто вы, а что вы, а действительно ли вы профессионал, а действительно вы можете ей помочь. А когда она приходит от подружки, да, вот как у меня вчера была консультация, это совсем другой разговор. Она уже заранее вам доверяет, она уже определенно настроена, и мне не надо тратить много сил и энергии на убеждение, что это здорово. Так. Помните о том, что когда вы развиваете организатора класса, вы совершенствуете свои лидерские качества, демонстрируете пример успешного бизнеса. Ну, как вот на прошлой встрече я уже сказала, если вы сумели стать профессиональным консультантом и работать с организатором класса, вы сможете организовать и свою команду консультантов, а в дальнейшем сможете и стать успешным лидером бизнес-группы и национальным лидером. То есть, как говорила известная героиня фильма, если вы сумели организовать 3 человек, дальше уже количество не имеет значения. Так. Текст СМС. Ну, давайте я попробую промотать назад. Так, ну вот текст СМС, да, ну сфотографируйте или скриншот сделайте. Я использую вот такой текст. Ну, мне он более комфортный. Угу. И после того, как я получила 3 ответа «да», я отправляю вот такое СМС уже потенциальным своим клиентам. Ну, и знаете, вот когда я это отправила, потом я звоню, и знаете, мне очень приятно. «А, да, Елизавета», я говорю, «Ой, как приятно, вы уже забили мой телефон, в свой, ну, мой номер в свой телефон». Ну да, конечно, ну, то есть люди уже как бы... Но еще хочу сказать, вот смотрите, если, допустим, вы получили вот эти 3 смс-ки «да», да, то есть женщина сказала «да, хочу», ну, вот, это замечательный повод вот, вашей гости сказать, посмотрите, ваши 3 подруги хотят, давайте вы организуете с ними встречу. То есть не вы с каждой уже работаете, а предлагаете, да, а она уже выступает в качестве организатора класса. Еще назад кадр. Так. Да, хорошо, есть ли еще вопросы? Так, хорошо, ну, вы знаете, я, наверное, сейчас не смогу листать туда-сюда все слайды, да,
Может быть, если какие-то вопросы, то буквально 2 минуты у меня есть. Да, хорошо, спасибо всем большое. Вы знаете, это очень такая важная, ключевая тема. Значит, по поводу сертификата. Я представляла, что у вас будет много вопросов. Вы знаете, работа с сертификатами – это тема отдельного вебинара, тема отдельного разговора. Здесь надо подробно рассказывать, что и как. Поэтому обращайтесь к своим лидерам. Если они продвинут эту идею, то вы сможете от них получить. Да. Спасибо большое, спасибо вам за ваши вопросы, спасибо за ваше внимание. Я понимаю, что сейчас, возможно, вопросов даже стало больше, чем ответов, но это здорово. Если у вас есть стремление и желание сделать свою работу с хозяйками, с организаторами очень эффективно, у вас обязательно это получится. Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас я передаю слово своей коллеге Светлане Виденко, и она познакомит вас с темой постобслуживания клиентов. Спасибо всем большое. До свидания. Добрый день, дорогие консультанты по красоте, добрый день, дорогие лидеры, я сейчас постараюсь настроить камеру. Напишите, пожалуйста, видно меня, слышно? Видно и слышно, да? Так, секундочку, я поставлю слайд. Так, ну что-то у меня не получается, будем говорить, у нас не так много времени. Я посмотрела, кто у нас сегодня присутствует, вы знаете, прямо настоящая страна морякей. Столько сверху смазанное изображение. Ну давайте я сделаю вот так. А вот так видно, да? Ну что же, сейчас, когда я слушала Елизавету, и она рассказывала, как нужно назначать классы по красоте, конечно же, я вспоминала себя новичком. И у новичка на самом деле возникает такая проблема. Новичок готов проводить классы по красоте, и я тоже помню, что я говорила, я готова днями проводить классы по красоте, но было бы кому. Кто бы из женщин вообще сел за зеркало. Потом, вы знаете, когда я научилась все-таки приглашать на класс по красоте, я столкнулась... Так, ну, напишите, пожалуйста, еще раз, видно или слышно. Я не поняла, у нас здесь не видно и не слышно. А, все видно, слышно, да? Если вдруг у кого-то не видно и не слышно, то наверное, что-то вот с компьютером, отлично. Спасибо большое. Наступил такой момент, когда все-таки я научилась приглашать на классы по красоте, потом я столкнулась с тем, что мои классы шли очень-очень долго. То есть классы шли по 2, по 3 часа, и, конечно же, я училась быть профессионалом, потому что профессиональный консультант – это тот, кто… Профессиональный консультант – это тот, кто, как это, вовремя начинает и вовремя завершает, да? Следит за временем. У нас сегодня тоже с вами осталось не так много времени. И моя тема – постпродажное обслуживание. То есть, когда вы научились работать с хозяйками класса, когда вы научились проводить ваши классы, когда вы научились, что класс у вас длится в среднем 1,5 часа, но не больше, и когда вы научились благодаря хозяйке класса, что на классе присутствует от 3 человек, дальше наступает время тоже учиться. И время учиться – это время, это обеспечить постпродажное обслуживание, то есть это сделать женщину лояльной клиенткой или постоянной клиенткой. То есть мы сейчас с вами немножечко затронем тему системы работы консультанта по красоте.
постпродажное обслуживание, создание мини-склада и доход консультанта по красоте. Смотрите, какая большая у нас тема, я буду говорить достаточно быстро, хорошо? Вы знаете, вчера утром, 1 апреля, делала заказ, рано утром, 7 утра, и просто была рада. Так, секундочку, я постараюсь направить в другую сторону. Так, сейчас, секунду. Наверное, вот так что-то будет. И вот знаете, я была рада, очень-очень рада тому, что мне вообще высветилось из всех подарков. Почему именно 1 апреля, почему именно утром делала заказ? Вы знаете, много лет, как только я решила работать профессионально в компании Mary Kay, именно много лет, это уже получается 13 лет. 13 лет я работаю профессионально в компании Mary Kay, и 13 лет я ежемесячно, каждый месяц 1 числа делаю заказ. Такая игра, такой вызов был себе в свое время, когда каждый заказ для меня был испытанием, достаточно сложным, прям каким-то покорением. Вчера как раз я делала заказ, что мне высветилось. Во-первых, высветилось 500 рублей на день рождения, в апреле у меня день рождения. Во-вторых, высветилось еще 300 рублей за что-то, я вот пытаюсь выяснить, за что. А потом мне пришли подарки, квартальный клуб постоянства, полугодовой клуб постоянства, годовой клуб постоянства. И все это, и кольцо за клуб постоянства, все это нужно было выбирать. Вы знаете, я вчера испытала огромное какое-то такое чувство удовлетворения и неудовлетворения, потому что мне хотелось абсолютно все, а приходилось выбирать. И вчера пришел и крем для ног, я выбрала, за педикюрный набор, и идеальное решение чуть-чуть меньше по цене. И вы знаете, самое главное, вчера выбрала 5 наборов Mercedes-Benz 2000 рублей, декоративной косметики, 5 наборов, чтобы получить футболку. Мы уже придумали, у нас будет такой флешмоб. В общем, как-то мы уже творчески это все задумали. Все началось, на самом деле, с этой футболки. Так вот, вчера я таким образом порадовалась подарком и подумала, как замечательно, компания дарит мне подарок, потому что именно вчера, 1 апреля, было ровно 11 лет, как я стала лидером бизнес-группы. И вот такой подарок сделала мне компания в день рождения, и такой подарок сделала я себе, размещая вчера заказ утром. А сегодня, 2 апреля, у меня юбилей с компанией Mary Kay. Много лет назад, когда я была в декрете, я заключила договор с компанией Mary Kay, и это было 2 апреля. Вот сегодня и вчера два таких, самых-самых исторических события в моей жизни. И когда я получила свою посылку ровно через месяц после оформления, много лет назад, эта посылка пришла ко мне в комнату. Я была мама в декрете с ребенком. Огромная такая была большая посылка, это было 18 лет назад, очень-очень давно, когда я столкнулась с первыми проблемами сухости, чувствительной кожи, морщиночек на лице, мне на тот момент было 28 лет, и вот уже первые признаки ухода мне просто были нужны. И вот эта посылка мне пришла в общежитие, в эту комнату, рядом был маленький ребенок, и, знаете, я была не совсем молодой, но не совсем счастливой мамой, сидя в декрете, конечно же, все варианты декрета, все варианты зависимости, и особенно материальной зависимости, конечно, я испытала. И когда я открыла эту посылку, большую, мне было интересно, и самый первый листочек, который выпал из этой посылки, я его тут же подняла и прочитала то, что я запомнила навсегда. Единственное, что я тогда подумала, что это просто обычный рекламный слоган. Что тогда в этой брошюре было? Мы не обещаем вам, что вы заработаете золотые горы. Мы не обещаем вам, что вы станете топ-моделью. Но мы гарантируем, что предоставим вам для этого все возможности. Вы знаете, что-то у меня в душе ёкнуло на слова «гарантируем». Потому что, вы знаете, 98-й год, никто ничего не гарантировал у нас в стране. И я как-то это прочитала, отложила в сторону, я подумала, что это самый обычный рекламный слоган.
Я тогда даже не догадывалась, что компания Mary Kay и продукция компании Mary Kay станет для меня тогда вот судьбой. Но в настоящее время мой сын, ему 20 лет, он вот сейчас только что уехал в другую квартиру, он там собирает вещи, он уехал на своей машине, возле моей машины стоит уже третья машина, возле моей квартиры стоит уже третья машина от компании, это Mercedes. Этого был, а до этого был Ford Focus и Ford Mondeo. И, конечно же, вот сейчас после вебинара я поеду сыну смотреть квартиру, то есть у меня работа с риэлтором. И что будет завтра? Завтра у нас будет наша национальная линия флешмоб, а послезавтра у меня будет лидерский совет и так далее, и так далее. То есть, вы знаете, это и есть вот судьба, это и есть компания Mary Kay. Около года я проводила классы по красоте, но вы знаете, около года у меня были очень-очень единичные продажи. Я не знала, что вообще делать, я не знала, как завершать класс, вернее, я боялась завершать класс, потому что в книге все написано в руководстве. И все было до того, я набиралась опыта, и все было до того, как у меня появилась хозяйка класса. На самом деле, Лиза права, все в нашей жизни, в жизни консультанта по красоте меняется тогда, когда у нас появляются хозяйки класса. У меня появилась хозяйка класса, которая очень захотела пятиэтапную систему по уходу за лицом себе бесплатно, а это 10% от стоимости, от всех продаж. И она стала организовывать классы, она стала именно профессионально это делать, а я стала уже через год профессионально проводить классы. И вы знаете, вот новичков мотивируют собственные успехи. И меня тогда тоже все мотивировало, потому что не класс, то продажа набора, что не класс, то продажа одного, двух или даже трех наборов. Вы знаете, на какой-то момент я даже подумала, какая я молодец. И не совсем, конечно же, ценила, что вообще работа хозяйки класса, она, ну, это огромная помощь. Поэтому, конечно же, если вдруг что-то вас не устраивает в вашей работе, в проведении классов по красоте, обязательно перестраивайте свою работу прямо здесь, прямо сейчас. Начинайте перестраивать ее и искать хозяек класса, работать через хозяек класса. Именно тогда, когда у меня появилась моя первая хозяйка класса, вот такая профессиональная, с желаниями, с тем, что она поняла вообще, как ей это выгодно, и я честно как бы работала, и она видела, что мы были в таком тандеме. Я тогда получила свою первую бриллиантовую звезду, а она, Ольга Ивановна, тогда получила пятиэтапную систему по уходу за кожей лица. Мы до сих пор общаемся, вот уже прошло столько лет. Поэтому, конечно же, вас будут мотивировать ваши собственные успехи. И, конечно же, что бы кто ни рассказывал, старайтесь, чтобы вы покоряли вот то, что вам не совсем удобно, не совсем нравится, не совсем получается, нужно обязательно покорять. Mary Kay говорила, что продавать так же почетно, что и покупать. Итак, вы провели класс по красоте. Что делать дальше? Ну, давайте подумаем, в каких случаях класс считается результативным. Очень многие новички перестают проводить классы через несколько классов по красоте, когда говорят, у меня ничего никто не покупает. И вы знаете, вполне возможно, что у вас будут какие-то случайные продажи, если вы новичок. Но регулярно, конечно же, нужно выстраивать систему работы. Итак, когда класс считается результативным? Во-первых, если вы на этом классе зарезервировали новый класс с этими же людьми, то есть вы предложили им другие темы, вы предложили им тему по декоративной косметике, вы предложили им тему по уходу за телом, вы предложили тему там, глубокой чистки кожи, лебединая шейка, ароматы и так далее. То есть когда вы предложили женщине выбрать на выбор ту тему, которая ей интересна. И если эти женщины согласились на следующий класс, ура! Я вас поздравляю, вы продали себя, ну в кавычках, конечно, как профессионал, то есть женщины увидели вас профессионала. Запомните, пожалуйста, рекомендую только профессионалов. Второе, класс считается результативным, если вы получили рекомендации, то есть если вам дали рекомендации. Лиза сейчас очень интересно, очень современно, очень подробно рассказала, как это может быть в настоящее время, вот с этим СМС-информированием очень интересно показала. Я думаю, что у вас тоже есть ваши варианты, как вы получаете рекомендации. Но вы знаете, я делаю все так, как написано в руководстве консультанта по красоте, как когда-то учила сама Mary Kay.
Третий вариант, когда класс считается результативным, это если вы зарезервировали, ну, продажу. То есть либо у вас произошла продажа косметики, либо вы зарезервировали продажу. Что значит зарезервировали? Когда вам говорят, так, через неделю, через две, завтра, послезавтра, там, в конце месяца и так далее. Это резервирование продажи. И четвертый вариант, когда класс считается результативным, это если кто-то у вас спросил, как можно заключить договор с компанией «Моряки», или как можно к вам попасть, или как можно вот по-другому пользоваться нашей косметикой. Вот смотрите, четыре варианта, и если хотя бы один из вариантов у вас состоялся, ваш класс считается результативным. Запомните это навсегда. Один из вариантов, и вы уже победитель. Идите дальше. Итак, с одной и той же женщиной нужно провести от 3 до 5 классов. То есть у нас огромное количество разных тем. Даже по декоративной косметике можно назначить несколько классов, если, ну, женщина готова попробовать. У нас огромное количество сейчас, знаете, вот антистрессовые программы, гиалуроновый брашинг. У нас есть уход за шеей, у нас есть эти бульдожьи щечки программа. То есть, ну, вы явно знаете такие очень такие интересные названия, и их на самом деле можно использовать. Или спа, уход за телом, или наши ароматы. То есть огромное количество всего того, что мы можем предложить женщинам. Вы можете даже предложить женщине подарок за посещение, например, 5 классов в течение там какого-то времени, ну, например, там 2 месяца. Вы можете ей подарить какой-то подарок. Или я, когда у меня не было возможности дарить подарки, у меня было очень мало продукции, как у новичка, я предлагала свои услуги. Что я еще могла делать, если у меня не было денег? То есть я предлагала то, что я могу делать руками. Тогда я предлагала по истечении 5 классов, например, я предлагала женщине бесплатный макияж на какую-либо ее торжественную дату. Что там было впереди, что было такого торжественного, я предлагала ей бесплатный макияж. И вот я таким образом как бы мотивировала женщин посещать 5 своих классов. Итак, именно на классе по красоте нужно обязательно завершать класс по красоте, именно так, как написано в руководстве, предлагая несколько вариантов пользоваться этой продукцией. Мы предлагаем несколько вариантов пользоваться продукцией, вы это знаете, мы предлагаем стать клиентом и рассказываем, как замечательно, если женщина станет вашей клиенткой. Мы рассказываем, что можно стать организатором мастер-классов, и Лиза сегодня нам об этом рассказала, и мы рассказываем, что можно стать консультантом, и если есть вопросы, то вы встречаетесь с ней на бизнес-интервью в другое время. Итак, и на классе вы говорите о том, что вы обязательно будете звонить. Я говорю о том, что я буду в течение 2 дней звонить. Вот Светлана Саржан говорила, что он звонит в этот же день. У меня очень много классов было по вечерам, потому что женщины работают, и первое время я еще работала, и я говорила, что я буду звонить на следующий день. И вы знаете, обязательно спросите, удобно женщине или нет, и в какое время. Если она мне, например, говорила, ой, вы знаете, на следующий день нет, обязательно там, позвоните мне, например, послезавтра утром. Я говорила, в какое время. И тогда я записывала себе очень точное время, когда ей это нужно. Итак, все, что вам ответят, когда звоните, в какое время, вы не запоминаете. Вы очень четко записываете ваш ежедневник и ровно в это же время делаете звонки. Вы знаете, сразу же после класса я очень много теряла клиентов, потому что я не знала, о чем спрашивать. Я звонила и, знаете, очень смущенно спрашивала, например, скажите, пожалуйста, как чувствовала ваша кожа после класса? Она, ну, например, говорила, хорошо. Я не знала, что дальше спросить. Например, говорила, точно хорошо, а расскажите, как именно? И тогда женщина говорила, я не понимаю, а что должно было, что-то плохое случиться, что вы так тщательно спрашиваете? И после этого я задавала уже более конкретные вопросы. Вы знаете, я учу теперь всех новичков задавать эти вопросы, и во всяком случае я сама прошла через это, и женщина понимает, какие вопросы ей задают. Женщина отвечает, и мы устанавливаем вот этот первый доверительный контакт, когда консультант не испытывает неловкости при первом звонке. Я думаю, что многие из нас испытывали те самые неловкости, когда звонили после класса и не знали, о чем спрашивать. Итак, смотрите, что я сделала? Я обратила внимание на ту продукцию на классе, которая дает мгновенный быстрый результат. Какой? Ну, это система по уходу за руками, это маска для лица, то есть Botanical Effect, как правило, та, которая вычищает поры, это тон на лице, то есть либо тональная основа, либо CC-крем, либо пудра, то есть
то, что женщина сразу же видит. И это, конечно же, тушь, которой мы подкрашивались одно-розовой кисточкой, и это, конечно же, помада, которой мы подкрашивались, или блеск, да? Вот то, что есть в сумке консультанта по красоте, помада, блеск и одноразовые кисточки, вот обязательно применяю на этом классе. То есть эти средства дают видимый эффект. И, соответственно, по ним я задавала вопросы. Смотрите, какие? Например, я задавала вопрос, чтобы в вопросе уже содержался ответ. Как долго ваши руки были мягкими и гладкими? Ну и женщина, например, говорила: ой, вы знаете, до сих пор еще мягкие и гладкие, вообще замечательные. Я ставила в ее профиле напротив слова «система для рук», я ставила такой большой-большой плюсик. Ну, то есть ей понравилось. Если она говорила: ой, ну, вы знаете, не знаю, я там пришла, вымыла посуду, как-то особо не обратила, вечером своим кремом, ну, намазалась и все. Я ставила минус, то есть не понравилось. Ну, это она так сказала, да? Итак, следующий вопрос, который я задавала. Как долго ваша кожа была чистой, без черных точек? Кто-то говорил: да и сейчас еще чистая, вы знаете, вообще здорово. Я ставила большой плюсик. Кто-то говорил: ну, не знаю, так особо ничего я не заметила, вот уже сегодня же все жирно, уже черные точки, я ставила минус. Следующий вопрос, который я задавала. Как долго тон лица у вас был идеально ровным? Подошла ли вам тональная основа? И она говорила: ой, вы знаете, да, мне очень понравилось до тех пор, пока я не смыла. Я ставила большой-большой плюсик. Дальше я задавала вопрос. Скажите, пожалуйста, как долго ваша тушь не осыпалась и не размазалась? Знаете, вот, ну, немножко с такой улыбкой. И тогда кто-то говорил: ну, вы знаете, не знаю, вообще не размазалась, пока я ее не смыла. Я ставила большой плюсик. И последний вопрос, который я задавала с улыбкой, я говорила: скажите, как быстро вы съели помаду? И кто-то говорил, например: да вы что, мы там еще чай попили, мы там еще поговорили, помада была, я ставлю большой-большой плюсик. Если он говорил: не знаю, попила чай, нанесла свою помаду, особо не заметила, я ставила минус. Я задала вопросы, и после этого мне нужно было задать какие-то, ну, такие большие вопросы. Я задала частный вопрос, нужно было задать вопрос общий. Я спрашивала: скажите, пожалуйста, а вы вчера получали комплименты? Кто-то говорил: ой, да, улыбался, вспоминал, значит, я его возвращала в то самое состояние вчерашнее. А кто-то говорит: ой, вы знаете, пришла на работе такой завал, все что-то там бегают, у нас отчеты, даже вот и никто ничего не сказал. Но, вы знаете, не очень удобный вопрос, ну, как бы не очень удобный был ответ, и тогда я придумала еще один вопрос. А сами вы себе вчера в зеркале нравились? И тогда женщина уже успевала. И, извините, я тут отвлеклась, и тогда женщина уже улыбалась, она вспоминала себя, как она вспоминала, как она любовалась в зеркало, и кто же этого не видел, я просто этим вопросом заставила ее вспомнить, как она любовалась своим зеркалом, она сказала: да, я сама себе нравилась. Вы знаете, после того, как я задала вот подобные вопросы, для меня все понятно, да, потому что женщине очень понравилось или не понравилось, на что обращать дальше внимание. И для женщины понятно, ей понятно, что я задаю конкретные вопросы, я интересуюсь именно ею, и я перестала испытывать вот эту неловкость после класса, да, во время вот этих звонков. И дальше, если мы с ней ни о чем не договорились на классе, она сказала: вдруг подумаю. И дальше я говорила: скажите, пожалуйста, а вы планируете пользоваться нашей косметикой? И она говорила: планирую. И тогда я говорила: а скажите, а вы планируете стать моей клиенткой? И расписывала, что это такое. Стать консультантом по красоте и делать то же самое, что делаю я. Или все-таки рекомендовать меня своим близким знакомым и получать продукцию дешевле или бесплатно. Что вам на сегодняшний момент интересно? И женщина выбирала какой-то один вариант, и мы с ней договаривались. То есть эти вопросы я задавала при условии, если на классе мы с ней ни о чем не договорились. Итак. Я вам рассказала про тот звонок, который я делала через 2 дня.
То есть он был более результативный, и он избавлял меня и женщину от какой-то неловкости, да, и он приводил к какому-то результату. Теперь смотрите, постпродажное обслуживание, то есть через две недели. Но если это постпродажное обслуживание, то это говорит уже о том, что женщина приобрела продукцию. Итак, если женщина приобрела продукцию, ей точно так же, я иногда читаю ваши вопросы. Все вопросы я отвечу в конце, хорошо, иначе я собьюсь. Я точно так же звоню ей через день и напоминаю, как пользоваться. И что я выясняю? Иногда женщина даже еще через день не начала пользоваться. Иногда она говорит, там, ну, что-то мне говорит, и я снова повторяю, как этим пользоваться. И говорю, что позвоню через две недели. Через две недели я звоню и говорю о том, что, вы знаете, заканчивается гарантийное обслуживание. То есть на классе я говорю о том, что я как консультант даю гарантию две недели на всю продукцию и объясняю, что это такое. И я звоню ей и говорю, итак, заканчивается гарантийное обслуживание вашей продукции, расскажите, пожалуйста, как у вас дела. И задаю вопросы. Прошло две недели, пользуетесь ли вы регулярно? Пользуетесь ли вы утром и вечером? А почему там только утром? А что мешает вам использовать это вечером? И немножко по ходу корректирую ее. Вы знаете, отвечаю на какие-то вопросы, потому что вопросов на самом деле как-то возникает много. И в конце, когда я задам ей вопросы, устраивает ее, не устраивает, что она там получает или не получает, какие у нее ожидания были или не были, как правило, при звонке через две недели я выясняю неправильность использования или нерегулярность использования. И я это выясняю, и мне, и женщине все понятно. Я еще раз ей проговариваю, что если она будет пользоваться утром и вечером, то это станет достаточно быстро, 3 минуты утром, 2 минуты вечером, что это станет очень быстро, как почистить зубы, что это будет очень результативно, что ее кожа будет такой-то, такой-то и такой-то. То есть я еще раз ей рассказываю о регулярном уходе, потому что, как правило, женщина не совсем это делает регулярно, мы с ней вместе об этом выяснили. И я задаю ей такой вопрос с улыбкой, я говорю, ну что, скажите, пожалуйста, вы оставляете нашу продукцию, нашу косметику себе, или вы все-таки возвращаете мне ее назад? Говорю это с улыбкой, прекрасно уже по разговору, понимая, что женщина ее ни за что не отдаст назад. Тогда она говорит, нет, ни за что. И даже если ей что-то там не совсем подходило, мы назначаем с ней встречу по коррекции ухода. Но назад она ничего абсолютно не возвращает. Итак, звонок через две недели, то есть напомнить о гарантии и напомнить о регулярном уходе. Конечно же, когда я звоню ей через две недели, если я вдруг выясняю, что что-то там не совсем было подкорректировано, я приглашаю ее на следующий класс по красоте. И все звонки, которые я клиентам делаю на следующий день, или через две недели, или через два месяца, вы знаете, я как начинаю? Я очень долго искала этот вариант, он очень простой. Вполне возможно, вы тоже это так делаете. Но я говорю такую фразу. Мы с вами сегодня договаривались созвониться. Ну, говорю, я такая-то, такая-то, если у вас минутка. И дальше говорю фразу с улыбкой, очень уверенно. Мы сегодня с вами договаривались созвониться по такому-то вопросу. И у женщины уже не возникает никакого напряжения. И как бы у меня не возникает никакого напряжения. Вот вроде бы предложение такое очень простое, но на самом деле оно сразу же нас взаимно объединяет. То есть мы вместе подбираем ее уход, или мы вместе с ней решаем вопросы ее красоты. Какой звонок делать через два месяца? Ну, вы знаете, через два месяца однозначно у нас есть тема, о чем поговорить с этой женщиной. Либо у нас вышли новинки. То есть раз в три месяца выходят новинки. И я приглашаю ее на попробовать эти новинки, я рассказываю о том, что я ее личный консультант по красоте, я поздравляю ее, что я ее личный консультант по красоте, и я говорю о том, что одно из моих обязанностей, а ее прав, это всегда в первые же дни попробовать новинки, быть в курсе всех новинок и всех новинок и модных течений у нас в России. И я сразу же ее приглашаю на нашу встречу. Если в новинках что-то выпустилось, то, что она у меня спрашивала, или то, что ей нужно, я говорю, вы знаете, вот помните, вы тогда спрашивали то-то, то-то, и вот у нас наконец-то выпустилось средство, и я сразу же подумала о вас.
Давайте попробуем, потому что мне кажется, это то, что вы искали. И, конечно же, тогда женщина очень благодарна, и с помощью таких вопросов, и с помощью такого внимания устанавливаются доверительные отношения. Не забывайте, что наша вообще задача сделать женщину лояльной клиенткой, сделать женщину постоянной клиенткой. Что еще может быть через 2 месяца? Что мы еще ей можем предложить? Ну, вполне возможно, у нас сменилось время года. Лето, осень, зима или весна. Наступило время сезонного перепрограммирования. И вы должны уже позвонить с конкретным предложением, то есть вы должны уже продумать тему звонка и предложить то, что ей уже исправить. Либо, может быть, заменить тональную основу, либо, может быть, попробовать другое очищение, либо там другой макияж, потому что, знаете как, зимой шуба, летом сарафан. Мы меняем не только средства для лица, но мы еще и меняем и декоративную косметику. Вот смотрите, сколько тем можно предложить позвонить женщине через 2 месяца. Итак, система звонков 2 плюс 2 плюс 2, я думаю, что она сейчас совсем чуть-чуть нами освещена, и наша задача только начинать звонить. И все вопросы появляются, вы прекрасно всегда знаете, все вопросы появляются только тогда, когда мы начинаем делать. Когда мы не делаем, нам кажется, что все просто, да? Ну и не забывайте, конечно же, поздравлять женщин с днем рождения, потому что в профиле у вас это есть. Не забывайте женщин еще поздравлять с какими-то профессиональными праздниками, да? Итак, что такое продажа? Продажа – это дать клиенту то, что ему нужно, и обеспечить при этом его хорошее настроение до продажи, во время продажи и после продажи или после покупки, да? Смотрите, дать то, что ей нужно, и обеспечить при этом ее хорошее настроение. Поэтому хорошее настроение мы обеспечиваем до приглашения на класс, потом хорошее настроение обеспечиваем во время самого класса, и хорошее настроение мы обеспечиваем после класса, то есть вот наша система звонков. Итак, Мари Кей говорила, что проще сохранить старую клиентку, чем найти новую. Итак, как сделать так, чтобы клиентка переходила, женщина-покупатель, разовая покупка, да, вот она купила у вас, это не значит, что она постоянная клиентка, она разовый покупатель. И только от нас зависит, как сделать эту женщину постоянной клиенткой, или, знаете, ну, постоянное слово не очень красивое, я называю лояльной клиенткой, а еще лучше женщина будет ценить, если вы будете называть VIP-клиентом. То есть как сделать так, чтобы из разряда одиночного покупателя, одноразового, вернее, покупателя, она стала VIP-клиенткой. Но, вы знаете, все очень просто. Установить доверительные отношения. Вот только установить доверительные отношения. Ну, конечно же, возникает вопрос, как. Вот как установить доверительные отношения? Я знаю, что у вас есть опыт. Конечно же, у каждой из вас есть опыт. Есть он и у меня. Я не знаю, скажу ли я что-то другое, но как? Во-первых, нужно... Еще раз повторяю, нужно постараться одной и той же женщине провести 3-5 классов по красоте, то есть показать ей как можно больше продукции. Это первое. Второе. Вы как можно больше покажете себя, себя и ваш профессионализм. Третье. Вы как можно больше расскажете о компании. И, конечно же, женщина будет уже к вам привыкать, и она будет видеть, насколько вы интересная, красивая, ухоженная, много знаете. И она говорит тогда уже, хочу помаду, как у вас, хочу кожу, как у вас, хочу там то-то. А как вы, Светлана, здесь оказались? А как вы начали проводить классы? Смотрите, это как раз вот те вопросы, которые говорят о том, что вы, женщина вам доверяет. Итак, чтобы женщина вам доверяла. Нужно тщательно выявлять потребности женщины, внимательно ее слушать. То есть выявлять потребности всегда только с помощью вопросов. То есть как можно меньше говорить о себе и как можно больше задавайте вопросов и слушайте женщину. Вполне возможно, это будут рассказы не только о косметике, это будут рассказы о ее личной жизни, о каких-то там ситуациях в ее жизни. Но вы знаете, мы тоже не роботы, мы консультанты по красоте, и женщина не должна нас видеть только, знаете, как пришел, пакетик передал, ушел, пришел, пакетик передал, ушел, либо пришел, пришел и ушел, да? То есть доверительные отношения у женщин всегда складываются из общения. Итак, доверительные отношения еще складываются, если вы последовательно, если вы делаете всегда то, о чем вы говорите. То есть, если вы сказали позвоните тогда-то, вы звоните тогда-то, даже если вам неудобно. Никогда не должно быть такого, что вы вдруг вспомнили, что вы забыли. То есть, вы думаете о ней прежде всего. Проявляете искренний интерес и уважение к ее решению.
Даже если она сейчас вам сказала «нет, не буду приобретать, не согласилась на следующий класс» и так далее, никогда не делайте такого, чтобы в разговоре вы сникли, и в конце вы сказали ей очень сухим и очень таким низким, каким-то таким непонятным голосом «до свидания». То есть всегда заканчивайте с ней разговор на позитиве, всегда заканчивайте разговор так, чтобы женщина понимала, что вы уважаете ее решение, и она всегда в любой момент может вам позвонить. Никаких отношений, внутренней вот этой обиды или внутренних каких-то разочарований ваш голос, ваше лицо не должно никогда проявлять. Уважайте ее решение. Следующее, что с помощью чего можно установить контакт. Даже дать женщине больше, чем она ожидает. Что это такое? Когда вы приносите что-то ей в подарочек, да, ой, вернее, ну, как-то покупку ее, да, заказ, даже если это кисточка для губ, обязательно в этот мешочек, моряки, положите или карточка «Спасибо за покупку», или какие-то пробнички, обязательно подпишите, обязательно какой-нибудь пробничек от помады, сейчас у нас по второй секции есть, или гелевая маска сейчас весной, то есть продумывайте, какой пробник ей положить и почему. То есть дайте женщине больше, чем она от вас ожидает. И последнее, что я всегда пользуюсь и устанавливаю доверительные отношения, и у меня всегда это работает, это уходить от женщины, назначая с ней следующую встречу или следующий звонок. Как это происходит? Ну, например, я встретилась с женщиной в конце лета, у нее пигментация. И она там что-то себе заказала. Я рассказываю ей о том, что у нас есть средства, которые избавляют от пигментации или предотвращают пигментацию. И объясняю ей, почему. И говорю, что, вы знаете, это очень достойно, это очень удобно, я вам гарантирую, что вы сможете от нее избавиться, да, и я смогу вам помочь. И я ее заинтересовала, она говорит: ой, Светлана, а что делать? Я говорю: вы знаете, но где-то в начале января вам нужно уже начинать пользоваться солнцезащитными средствами, уже яркое солнышко, и никогда не делайте это в апреле, в мае и так далее, то есть вам нужно это делать в начале января, и вам нужно то-то, то-то. Она говорит: Светлана, я же забуду, вы не могли бы мне об этом напомнить? А сейчас, например, там октябрь. Я говорю: хорошо, я обязательно вам позвоню в первых числах января и напомню об этом. И я прихожу и сразу же делаю записи. Все, что вы женщине пообещали, все, о чем вы с ней рассказали, сразу же, как бы вам ни было сложно, как бы вам ни было некогда, обязательно сделайте все пометки, разнесите эти пометки в профиль и разнесите эти пометки в ежедневник. Вы забудете потом, и вам... И все, и таким образом наши клиенты теряются, да, и таким образом они разочаровываются, потому что вы сказали и забыли. Ну и, конечно же, вы делаете этот звонок. Конечно же, женщина будет вам доверять, и что происходит от этого? У женщины должно появиться чувство защищенности. Она должна понимать, и у нее появляется чувство, что она в руках профессионала, что вы о ней думаете, что вы продумываете ее систему, что вы продумываете ее идеальную систему по уходу за лицом. Сейчас начало лета, она уже знает, что вы ей дадите зимой или весной, или осенью, да? То есть вы все время каким-то образом проговариваете. И она уже понимает, что вы ее ведете, что она не останется одна в мире косметики, в мире вот магазинов и консультантов и так далее. И, конечно же, тогда женщина будет вас ценить и будет вас рекомендовать, и будет с вами многие-многие годы. Итак, повторяю, Марике говорила, проще сохранить старого клиента, чем найти нового. Но вы знаете, к сожалению, мне не совсем удалось рассказать вам о доходе консультанта по красоте, у нас уже заканчивается время. Ну что, я думаю, что у нас еще будут тренеры и будет еще что рассказать, а я вам предлагаю сейчас наш вызов, сейчас я его найду, вот он. Я предлагаю для вас домашнее задание, наш вызов от Лизы и от меня. Назначить и провести 3 класса по красоте со 2 по 8 апреля. Это очень уникальные вообще, это очень интересные встречи. Не ленитесь, сделайте женщин счастливыми, потому что вспомните, если вы были сами на классе по красоте, помните, как у вас расправлялись крылья, и вы себя в тот день считали самой красивой. Помните это? Так вот, постарайтесь, чтобы как минимум 3 на 3 – это 9, чтобы как минимум 9 женщин в начале весны себя посчитали после вашей встречи с ними самой-самой вообще красивой, чтобы у них распустились
крылья за спиной, да, и вы себя чувствовали такой вот маленькой-маленькой волшебницей, которая вот совсем чуть-чуть этим женщинам помогла. Ну и, конечно же, я больше чем уверена, что если вы проведете 3 класса по красоте, и на нем будет присутствовать не менее 9 человек, то, конечно же, у вас будут, естественно, продажи и назначенные новые классы. Поэтому разместите, пожалуйста, заказ от 3 базовых единиц. Ну что, и на следующий вебинар, на следующем вебинаре, в следующую субботу мы обязательно с вами это все проверим. Я искренне желаю вам отличной недели, я искренне желаю вам покорения новых вершин, проведение классов по красоте, это правда классно. Попробуйте проводить классы так, как рекомендовала нам Мэри Кей Эш. Отличной вам недели, и сейчас я для вас поставлю видео. Всего вам хорошего, до свидания.